Театральный фестиваль «В Муроме горячая пора» прошел экватор. Из 14 заявленных постановок зрители увидели уже 7. Сегодня в афише фестиваля «Муромский день». Сначала юные зрители побывали на детском спектакле городского театра «Емельино счастье», а вечером на сцене ДК «Тысячестолетие Мурома» комедию «Отцы-хитрецы» представил коллектив студии «Романтики» Муромского института Владимирского госуниверситета. Елена Петрова с подробностями. Театральная студия «Счастливый случай» в Муромском институте существует примерно столько же, как и сам вуз. Каждый год талантливая студенческая молодежь спешит проявить свое творческое начало на сцене. 5 лет назад в студию пришли новые руководители. Настало время ярких романтических образов. Так как я являюсь руководителем этой студии, также я еще являлась и студентом нашего МИВГУ. И к театральному искусству уже, наверное, отношусь лет 25. Вот. Почему я сегодня решила выставить именно этот спектакль? Потому что это была моя выпускная работа. После того, как я получила несколько образований МИВЛГУ, я выучилась на режиссера и теперь прививаю любовь нашим студентам к искусству. И, как я им всегда говорю, ребят, если вы хотите прийти за мечтой, то ко мне. Постановка «По Эдмуну Ростану. Романтики». Это небольшой отрывок. Мы назвали его «Отцы-хитрецы». В постановке много первокурсников. В театральной студии они учатся слышать движение своей души. Сегодняшнее представление для них – дебют. Сегодня я играю главную героиню постановки – Сильвету. Моя героиня – это юная девушка, которая хочет настоящей любви. И она нашла ее в лице своего соседа Персене. Наши отцы сделали вид, что не хотят, чтобы мы встречались, как в «Ромео и Джульетте» это было. Но на самом деле построили хитрый план, как нас, так сказать, свести. Я считаю, что я вжилась в роль Сильветты. Не могу сказать, что она сильно похожа на меня, но у нас есть с ней общие черты. И я считаю, что мой дебют станет только началом моей такой вот театральной карьеры. Я играю Персене. Это герой-любовник, который спасает свою возлюбленную от врагов. У моего героя, у Персене, то есть, есть черта романтическая, и я нахожу сходство с собой вот у этой роли. Она помогает мне раскрыться как-то на сцене и чувствовать себя спокойно. Театральная весна в Муроме идет полным ходом, преподносит сюрпризы и вызывает восторг. Сегодня 7-й день замечательного фестиваля «Горячая пора». Еще у нас осталось несколько дней, на которые вы можете прийти и посмотреть замечательные спектакли. Это московский балет «Спящая красавица». Из Владимира приезжает 2 коллектива. Это коллектив Владимирский колледж, а 3-й курс, они привозят замечательный спектакль, я его смотрел, я уверен, вы придете, получите большое громадное удовольствие. Заканчиваем фестиваль наши студенты, «Виват студенты». Закрытие театрального фестиваля «Горячая пора» состоится 27 марта в воскресенье в 18 часов. Приходите, не пожалеете. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.